Но это было бы некорректно. Вот, но... Уважаемые, вот эти вопросы... Приходите к нам, пожалуйста, на стенд, мы вам все расскажем. Наши системы на сегодня работают. Полностью вся республика Башкортостан, весь городской и государственный транспорт, включая речной. Весь государственный транспорт республики Удмуртия, город Челябинск, государственный транспорт, город Пятигорск, электротранспорт, частный перевозчик в городе Печоры, это Псковская область. Ну да, вообще как бы у нас есть сайт bintok.ru, да, и там вот указаны наши все пользователи. И те, которые работают, и те, которые начинают, потому что в разных городах эти проекты работают. И в области у нас тоже работают. В каком городе у вас УЭК используется? УЭК используется. Вы сказали, что у вас это с ним проблемы какие-то. Извините, я не совсем понял вопрос. УЭК, в каком из городов у вас используется? Насколько... Транспортное приложение УЭК, карту. Да, я понимаю. Значит, сегодня в Республике Башкортостан уполномоченная организация по внедрению и реализации карт УЭК является Башкирский регистр социальной карты. Да, и все, то социальная карта Башкортостана, это как раз пилотный проект ОЭК. И в принципе это практически одна и та же карта, только внешние виды изменена, и там увеличено количество приложений. Вот. И как бы тестирование на наших системах прошли ОЭК во всех регионах, где мы работаем. Вот, внедряют их там, не внедряют, ведь это же не наша заслуга или наш недостаток, потому что есть уполномоченные организации, они решают о том, есть необходимость внедрения карт в регионе или нет. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Позвольте мне представить себя. Меня зовут Мартин Кубик, я представителем компании «Микроэлектроника». Компания «Микроэлектроника» является чешской компанией, которая специализируется на разработке, производстве и внедрении автоматизированных систем оплаты в пассажирском транспорте. Прежде всего, бескондукторных систем. Наша компания работает в глобальных условиях на сегодняшний день в более чем 35 странах мира и в том числе на территории Российской Федерации. И предметом моего сегодняшнего доклада есть поделиться с вами с опытом, с внедрением этих тем. Я выбрал одну такую актуальную тему, которая касается перехода из кондукторских систем на бескондукторские системы. В последнее время появилось много дискуссий на эту тему, и в мире используется очень много решений. Я могу сказать, если бы существовало идеальное решение, то
все бы этим решением использовались. Но возможностей много, и факты такие, что каждый проект является уникальным. Каждый проект отличается по тарифной схеме, по законодательству, по характеру города, если он туристический или скорее закрытый город, и решение, как вы увидите, побольше. И в течение этого доклада я хотел бы вам представить возможности решения продажи одной поездки. То значит, что основной вопрос, что на сегодняшний день сделать с кондуктором. Многие пассажиры привыкли общаться ежедневно со своим любимым кондуктором на транспорте, но в последних годах возникает кондуктором.